Когда она считается? И как источник Кулоновского поля? Один источник. Да, да, и все. Ну, конечно. Есть электроны, называются энергии 3-4 кВ. Если вот там график, 28 атомов молекул, все-таки это большая статистика. Значит, я хочу здесь еще на что внимание обратить. Вот там было написано 28 атомов молекул. Ни одного экспериментального или более-менее серьезного теоретического расчета, который бы сюда не ложился, но который мне известен. Вот здесь не исключалось ничего, здесь все честно сделано. Другой вопрос, что, может, я не знаю, то есть, может быть, известно что-то больше 28, но просто больше мне неизвестно, нам, точнее говоря, неизвестно. На самом деле, это не так много этих экспериментальных данных. Вот по, это мы говорим, что атомы, молекулы, подумаешь, там, рассеять. На самом деле, тоже непростая технология, и там свои есть трудности, конечно, как и во всякой науке. Но вот, тем не менее, все, что нам было известно, все там помещено. Просто больше нам неизвестно. У меня вопрос. Определить, какие энергии вы используете. Борновские энергии. Я, извините, я не ясно сказал. Там энергии. Картинки были. Некоторые для 3 кВ, а некоторые для 4 кВ. Вот все, что есть в радиусе. 3,4 кВ. При больших энергиях работает Клаубер. Ну, конечно. Корреляция. Ну, возможно. Конечно. Упругая в корне. Без учета неупругих каналов. Все нужно их сматривать, чтобы сделать меньше единиц. Я делал Борновское приближение, значит, вопрос о Борновском приближении. Работает или нет? Я говорю, если еще кое появилось полное сечение, не работает. Неупругого! Неупругого рассеяния, ему ниоткуда, оно не может исчезнуть. Я тоже запросумирую по всем неупругим каналам. Если ввиду рассеяния неупругого строится неверно, тогда если еще то есть. Значит, у меня строится по тем формам, которые написаны, я не знаю. Начинаю с вандау лично. Можно один вопрос? Борь, я хотел спросить, все это рассматривается ниже порога реакции с перераспределением, да? Почему? Борновский градиент заведомо выше. Заведомо. Другой вопрос, почему я там взял H2 и N2? Почему я не взял более тяжелые, например, молекулы? Ответ, потому что там Борновский предел еще экспериментально не достигнут, нужно учитывать внутренние электроны. А когда люди, как сказать, слишком примитивно понимают Борновское приближение, они связывают с верхними, с наружными электронами. А нужно учитывать внутренние тоже, а там энергия 10 кВ, например, спокойно. Поэтому здесь рассмотрены все неупругие каналы, выше порога. Энергия электронов выше всех порогов. Да, значит, вам слава. Ну я, как говорится. Пожалуйста. Борис Аграрович, у меня такой вопрос. Вот мне понятно ваше объяснение вот, фотоэффекта, да, выбивания там, вторичных электронов. Но почему мы не наблюдаем вот этого эффекта отдачи на довольно сложных молекулах? Прекрасный вопрос, Миша. Если у нас имеется большая тяжелая молекула, и я при рассеянии электрона могу каким-то образом свернуть ее фрагмент в сторону, то вы будете правы. Но такими экспериментальными данными я не обладаю. Например, рассеяние электронов на молекуле белка, условно говоря. Таких у меня данных нет. Вы описываете систему вашу только как Хартриф. Ну или вы упомянули Хартрифов. Значит, это вот соответствует просто уровень среднего поля, вы посчитали. Но мы знаем, что там много сверх того. Значит, совершенно правильно. Но я показал вторую картинку. Еще выше. Вот расчет электронной плотности в приближении Хартрифа и в приближении Фо. Волновые функции отличаются слабо. Я понимаю, да. Но другой вопрос, что кроме Хартрифа и Фо есть что-то еще. Да. В ядерной физике наверняка это важно. Много чего. А здесь это... Ну, вот.